Барселло Империал. Вот он здесь. Ну, блин, его побольше. Так, почти наравне, кажется. Квинт. Дивин. 10 лет. И Барселло Империал. Ром выдержанный. Не менее 10 лет. Значит, могут быть и спирты более старшие. Да, пить нужно только дистиллят. 20 мая 22 года. Натуральный продукт. Уже подышала. Ну, и то, прекрасно. Вот ноги-то показать-то. И хоть видно, не видно. Ноги. Так вот. Стали. О, лица. И Барселло. Отличается, да? Сразу такие капельки. Более благородная. Стекает, да, неплохо. Да, по запаху. Почти то же самое, но ром отдает все на своим. Да, эти волосики. Ладно. Дегустейшн. Дышал, ну, конечно, ваниль. Какой там? Ну, дуб-то понятно. Что еще тут? Так вот, разложить, чем именно пахнет. Да, сложновато. Чем же пахнет? Чем же пахнет? Да. Так и не скажешь. Все-таки Барселло он по шлифуем пиво. Да, кстати, вот пиво светлое, фильтрованное. Бергауэр Фест. Праздничное. Тагильское пиво. Ну, за 80 рублей. Бывает 70. Красно-белым только продается обычный Бергауэр. Это шикарное пиво просто. Да, ну, погрубее коньяк. Да. Тут уже дуба нет. Тут, блин, даже не знаю. Вот сейчас дубок есть. И он более такой маслянистый. Квинт Дивин, традиция Молдавии. Он прекраснейший коньяк. За 900 рублей. О, ну, сравнить еще с дагестанским. Ну, там 13-летка есть. И 10-летка тоже 900 рублей. Нет. Там 6-летка была за 900. Хотя она стоит 700, должна стоить.
неважно. Ну, как бы, да, Барсело выигрыши. Ну, кто не любит пить крепкие спиртные напитки, вот, Бергауэрфест. Классное пиво, да, ставьте лайки, подписывайтесь. Блин, почему так мало просмотров и на Барсело Империал, самый такой, блин, алкоголь, как сказать, на канале был офигенно. Ну, не самый дорогой, конечно, текила дороже, типа, как. Ну, шампанское тоже, Абрау Дюрсо Империал было божественно. Виктора Дервини тоже там, как бы, и белое, и розовое, зашибись. Но это да, класс. Можно покупать смело. 2000 стоит Империал, 0,7. Вот тут выпил 200 миллилитров, может 180. Ну, еще пол-литры. Так что берите, не пожалеете. Ну, других, да, где же? По-моему, в Палермо Империал стоял, или Пятерочки. Нет, не Пятерочки. Палермо, наверное, был. 2400, короче, стоит. А Квин Дивин везде 900 рублей. Редко, когда он дороже стоит, но за 10 лет пятилетка 750. 150 рублей разница. Ну, да, можно взять закусочки. Но 150 рублей разница. Ну, можно десятку брать. Да, Пятерочка, она не вычурная, она мягкая. Ну, то, что я пробовал из коньяков, это самая идеальная Пятерка. Ну, есть еще армянский. Как же его, блин, зовут-то? Этого поэта Армении. Это Саят Нава. Он, да, не уступает. Квинту. Короче, смело берите, ставьте лайки, подписывайтесь. Да, злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью. Это касается всех. Всех касается. Но мне не вредит, я не напиваюсь, я просто пью, получаю удовольствие. Всем пока, до новых встреч.